не навижу тебя! Хватит, Кэт! Меня зовут Изабель! Тебя зовут Кейтлин Коннор! Ты дочь Эрики и Мартина! И моя сестра! У меня нет сестры! Ты бросила меня! Кэт, я... Он сказал, что ты умерла при бунтах с мамой и папой. Я плакала месяцами, а потом убедила себя, что тебя никогда не было. Иначе никак. Он убил наших родителей, я видела! И еще сотни людей убил ради отражения! Изабель, идем! Мы улетаем! Не обязательно его слушаться, Кэт, ты свободная личность! Все, с меня хватит! Огонь! Детектив! Я должна. Вот так все и закончилось. Хотела бы я сказать, что все изменилось. Что сотрудники восстали против отражения и свергли конгломерат. Но массового восстания не было. Как и бунтов на улицах. Крюгерсек остался у власти. Жизнь осталась прежней. Ну или почти. Кое-что все же изменилось. Мы что-то начали. И намерены это закончить.